Всем привет, ребятки, спасите хейтеры, песос, с вами Меха. Так как я думаю, что это видео заметят многие, я сразу скажу то, что ник я ни у кого не тырил, не крал. Меха меня зовут, потому что реально, в реальной жизни меня зовут Миша. А некоторые, когда я появился в Амина Соник, звали меня Меха, поэтому я решил себя называть с друзьями и с подписчиками Меха. И знаете то, что я не стырил ник ни у какого Меха Шэдоу Рев и Михаэла. Вот, так вот, сегодня я в игре Sonic Mania покажу вам клевый баг на зоне Mirage Saloon. И вы сможете после первого акта попасть на после первого акта Mania мод, можете попасть на первый акт из Encore мод. Да, это очень клево, но для этого понадобится дебаг мод. Не буду рассказывать, как его получать. Лучше видосик посмотрите. Может быть, ссылку оставлю в описании, да. Вот такой вот я добрый Меха, ссылки в описании оставляю. Если чё, баг я сам нашел случайно, когда было нехер делать. Я играл в Sonic Mania. Ну так вот, начинаем. Ну а обязательно поставь лайк. Если у тебя не получится повторить баг, то... Ну, давай это обсудим после бага. Окей, я захожу в Sonic Mania, бла-бла-бла. Ну а, ребята, для этого нужно открыть... В первую очередь, дебаг мод. Включить. Смотрите, как он включается. Возможно, я оставлю ссылку в описании. Смотрите. Нажимаем Stage Select, но это не обязательно Presentation. Просто захожу вот в Level Select и выбираю Mirage Saloon, первый акт. Так вот. Как я вызвал этот баг? Короче, тут пока мы проходим, да, вот этот хер фокусник. Но несмотря на то, что я разбил этих птичек, этот фокусник все равно потом вернется. Кстати, забыл сказать то, что нам надо обязательно вот так сделать экзит, а потом Stage Select, Presentation и Level Select, а там выбрать Mirage Saloon. А иначе мы не сможем вот так ни в кого превращаться и ничего ставить. Так, ну вот мы, в принципе, на поезде. Да, я думаю, многие знают то, что можно так превращаться во что-то, только если вот тут выбирать. Музыка у меня пропала, так как вот и когда вот сюда выходишь, такой баг небольшой появляется. Затем, так вот... Мы сейчас это можем превратиться в суперформу. Хотя давайте сначала вот так. И сюда заходим, короче, за пистолетик. Так, вот так. Сюда. Проходим сюда и быстрее ловим вот так его. Так. Дальше нам надо понаставить какой-нибудь херни. Я вот предлагаю, например, вот таких вот мобов понаставить. Понаставить всяких сейчас мониторов. Давайте супер понаставим. Давайте сейчас понаставим супер мониторов, короче. Вот. Выбираем сейчас на S, переключаем мониторы. Вот, короче, супер. Ставим их тут всяко разно. Ставим, короче, так, чтобы мы не упали, так как происходит баг, и Тейлза с самолетом тут нет. Можно сейчас... Бац, бабац. Так, и сейчас говорю, все, что я поставил, это еще я поставил, смотрите, короче, что. Я на всякий случай вы тоже сделайте, а то вдруг как-то не сработает баг. Давайте-ка сейчас, и, короче, вот таких вот придурков еще давайте 4. Раз, два, три, 4. Итого их сейчас 5. Так вот. Ставим вот сейчас вот этот черный шарик. Вот такой вот, да. И вот тут ставятся вот такие попрыгунчные пружинки. Вот. На себя не потерять. Вот как я сейчас сделал. И, в принципе, умер. Можем еще вот таких вот деревяшечек поставить. Видите, вот я вот тут нахожусь. Это, если что, и когда мы их ставим сейчас, это вот такие вот звездочки, как пиньяты. Вот, когда вы наспаунили всего, что вам дает нормально тут стоять, Тейлз такая вот предатель, сука. Давайте-ка сейчас вот так и
Ау, постараемся сейчас разбить один супермонитор. И, короче, нам надо одного из этих червей убить сейчас. Как бы это ни звучало и не было бы... Чё, серьезно, я провалился? Так, ну и вот, короче, пытаемся одного из этих червей как-то побить и сбить. И главное, самому не умереть. Не потеряться, никуда не упасть. Как я сейчас снова это сделал? Если что, я еще раньше ставил лианы, поэтому можем их, в принципе, поставить. Если что, наш Соник зацепится. Смотрите, я найс тактику нашел. Он тут, короче, просто на лиане такой катается. Надо радоваться. Не надо напрягаться. Ну и, в принципе... Пока эти черви будут прилетать, они сами будут себя, как, что называется, в рожу долбить. Во, видите, один уже взорвался. Во, смотрите. Теперь сейчас будет Sonic Got True, акт первый. И сейчас... Давайте... Мираж Салун, акт первый. Бабац. Теперь у нас акт первый из инкор мода. Кто такое ожидал? Кто такое ожидал? Никто такого не ожидал. Сейчас все проверим. Так, перепройду до вот того босса. Так, вот, я в принципе добрался до босса. Сейчас. Превращусь обратно в себя. И как видите, это босс из первого акта зоны Мираж Салун Инкор Мод. Сейчас, подождите. Превращусь сейчас в супер, а то лень все это так. Так. Бац. Во, все. На, получай, гусеничка. Вот такой вот баг, в принципе. Мы с вами смогли вот пройти вот в одной игре сначала первый акт зоны Мираж Салун из Мания мод, а потом первый акт зоны Мираж Салун из Инкор мод. И это все в Мания мод было, в одной игре. Блин, друзья, я не знаю, был ли этот баг полезен. Мне кажется, то, что его можно использовать просто так для небольшого веселья, и он просто нахера не нужен. Но если у вас не получилось сделать этот баг, не спешите ставить дизлайк. Можете тогда посмотреть это видео просто в развлекательных целях. Но просто я нашел баг и сразу подумал, я должен его записать. Вот прям как робот, понимаете, должен его записать. Я думаю, что в дебаг-моде можно еще на кучу багов найти. Можете... найти их и записать, в принципе, видео. Баги можете в разных играх про Соника классических найти в дебаг мод. Пришлите даже видео, ссылку на него оставьте в комментах, я обязательно посмотрю. Вот. Ну и, в принципе, друзья, всем пока, с вами был Меха, ставьте лайки, подписывайтесь. В ВК мы называемся Меха, просто Меха и Пушок, в Фейсбуке Миха Пушков. Еще у моего котика есть канал Пушок ТВ, и на нем нарисован белый кот у него на аватарке. Ну ладно, может быть, даже на него тоже ссылку оставлю. Ну ладно, всем пока, с вами был Меха, ставьте, ну я уже это уже сказал, всем пока.